Это село Хайкован со своими окрестностями. Старожилы, со дня рождения не покидавшие Хайкована, уверены, что их село ни с какими другими селами не то что мира, но и Армении сравнивать нельзя. Остается только сожалеть, что мы с вами не живем в этом прекрасном уголке земного шара. Но Хайкован славится не только красотой своих окрестностей. То ли высота сказывается, то ли солнце здесь ближе, то ли воздух здесь другой, а только люди в Хайковане тоже какие-то особенные. Вот почему, прежде чем рассказать историю, происшедшую здесь совсем недавно, мы хотим вначале представить вам героев нашего фильма. Седрак Мирзаян, председатель колхоза. Должны вас предупредить, человек этот заряжен такой неиссякаемой энергией, что начинаешь думать, будто вечный двигатель уже существует. Верный помощник Мирзаяна, тракторист Миружан. Достаточно Мирзаяну только крикнуть «Мируш!» И Миружан уже знает, что надо делать, где и как. Дочь Мирзаяна Анаит. В Хайкованском здравпункте, где она работает, есть все, кроме пациентов. Но Анаит не теряет надежды когда-нибудь применить свои знания на благо родного села. Старейший житель Хайкована, дядя Рубен, незаменимый пропагандист реальных, малореальных и вовсе нереальных начинаний председателя Мирзаяна. Согласитесь, что такая верность заслуживает всяческого уважения. Его жена, тетя Нвард. Хотя супругами они стали полвека назад, но тетя Нвард по сей день уверена, что дяде Рубену крупно повезло. И еще один хайкованец. Вот этот мальчик. И он же через 60 лет. Уже всемирно известный ученый. Конечно, не все хайкованцы разбираются в тонкостях теоретической физики, но зато им хорошо известно, какой длины штаны должен носить уважающий себя мужчина. Еще вчера хайкованцы с нетерпением и, признаемся, с тревогой ожидали этого юношу по имени Вазген. А сегодня он самый близкий для них человек. Можно даже сказать, товарищ и брат. Ашот Лалаян, в прошлом хайковалец, теперь живет в городе и возглавляет трест «Спецстроймонтажгаз». Очень ценит вовремя сказанное похвальное слово. Особенно, если оно относится к нему самому и исходит от его начальства. А это, образно говоря, Прометей голубого огня. Они не хайковальцы и даже не имеют там родственников, но так считалось до сего дня. Теперь, хотя об этом в свое время. А история началась так. По плану Хайкован и натурбазу Лусаван решено было провести газ. И нет ничего удивительного в том, что управляющий трестом спецстроймонтажгаз Лалаян собирался вначале провести газопровод в Хайкован, а потом уж на турбазу. Так на его месте поступил бы любой хайкованец. Однако совсем иначе смотрел на это дело директор турбазы Нарсисян. Не выйдет, Ашот Багратович. Мне уже ясно. Вы решили в первую очередь газ проводить в Хайкован, руководствуясь личными, даже местническими соображениями. Но не забывайте, многим известно, что вы родом из Хайкована. А кто этого не знает, тому можно и сообщить. Проектом так предусмотрено. Проектом? А почему? Как почему? Специалисты так решили. Откуда я знаю почему? Не я ведь проекты составляю. И вообще, при чем тут, откуда я родом? Очень даже при чем. Совсем не при чем. Ладно. Чтоб ты убедился в этом, проведу вам в первую очередь. Тогда подпишите. Давай. Итак, первоначальное решение рухнуло и родилось новое. Первый получит газ турбаза, и только потом Хайкован. В конце концов, принципиальность прежде всего. Но такой поворот дел мог устроить кого угодно, но только не Мирзаяна. Подожди, подожди, Ашот. Ты ведь знаешь, я не могу ждать. Все мое хозяйство планировалось с расчетом на газ в этом квартале. Ничего страшного не случится, если получишь газ в следующем. Но, Сетрак, и меня пойми. От этого Нерсисяна можно ждать любые неприятности. Ты говоришь не как хайкованец. При чем здесь это? Я говорю с тобой как сознательным человеком. Я с тобой тоже. Ведь по плану мы первые должны присоединиться к магистрали, а потом турбаза Лусаван. Если я откажу Нерсисяну, на мою голову посыпятся жалобы. Ты этого хочешь? О чем ты говоришь?
Как тебе не стыдно? Эй, Гурген! Ты на посту или в доме отдыха? Чтоб муха на территорию без пропуска не пролетела! Извини, я уже опоздал из-за тебя на совещание. Так значит, нет. Нет, нет, и еще раз нет. Поехали. Поехали. И встречаем мы односельчан. Пока на сын тигран, а есть немного стран. Полотен лайнеры за океан. Сурена младший брат играет Гамлета, а сына Раксин за Арарат. А дети разника и стали физики, но что открыли нам, не говорят. А счет? По плану ты должен сначала газ провести в наше село. Я ничего никому не должен. Запомни это и оставь меня в покое. Я сниму твою фотографию со стенда. Ну и снимай. Ха-ха-ха. Подумаешь, чем угрожает. Ну, как знаешь. А газ я все же первым получу. Прошло несколько дней после ссоры друзей. Не иначе, как Лалаян принял еще одно бесповоротное решение и послал своих людей в Хайкаван. Правильно, товарищ Лалаян. Именно так должны поступать настоящие односельчане. Разве мало? Конечно, любая бы согласилась. Шаньчан, дело не в портрете, поверь мне. Хоть ты и мастер высокого класса. Я вот, например, что только не делал ради любимой девушки. А что ты сделал, а? Ну, расскажи. Нет, не расскажу. Все равно ведь не поверите. Говори, Завен. Что-то неспокойно в горах. Похоже, что мы с вами накануне больших событий. Ребята слушали эту историю уже в сотый раз. Но надо отдать должное Завену. Каждый раз новые подробности и повороты неповторимого сюжета меняли эту историю до неузнаваемости. А что же было потом? Потом она вышла замуж. А почему им сказала? Откуда я знаю? Мы же не были с ней знакомы. За другого? Ну да. Скажет тоже Завен, хотя женитьбе не был знаком. А что, если бригада едет не в Хайкаван? Но Мирзаян предвидел и это. Ну что ж, если товарищ Лалаян забыл, где он родился, ему напомнят об этом. Они вот-вот подъедут. Живей, живей! Этот стол накройте на 10-12 человек для гостей.
Пока люди Лалаяна направляются в расставленные для них сети, хайкаване готовятся к великой битве за голубой огонь. Видимо, Мирзоян понимает, что замечательных людей своего лучшего друга Лалаяна голыми руками не возьмешь. Их будут обезоруживать радушием, бить изобилием и уничтожать гостеприимством. Ну, как дела, дядя Рубен? Все хорошо. Как только подъедут, сам знаешь. Да, только сигнала ждем. Сигнал будет, а ты пока пойди сядь в тень и отдохни немножко. И я ему это 100 раз говорю. А он стоит как дерево и мурлычет эту песню. Нек, ерку, ерек, чос, еска парем тас на чос. Оставь эту песню в покое, займись своим делом. Ируш! А? Покажи. Опять он? Же... Что я? Забыл. Сними сейчас же. Маэстро Суро, давайте порепетируем разок. Начали! Нет, не то, стоп! Нужно с душой, нужно играть. Ну-ка, и... Как только они подъедут, играйте марш. А когда я протяну руку для приветствия, народные песни. Не беспокойся, Сетракжан. О, как дела, красавицы? Вы моя гордость, вы моя надежда. А, волосы перекинь на плечо. Вот так. Рануш! Рануш! Иди сюда. Гаяне! Гаяне, ну опять ты накрасилась. Папа! Нет! Потом будет поздно. Все в порядке, Мируш. Ведь это же варварство. Зуб придется удалить. Ну, одним зубом больше, одним меньше. Какая разница? Сейчас не до этого. Чтоб каждый был на своем посту. С этой трибуны прозвучит основной тезис доклада Мирзояна. Газификация хайкавана – дело рук прежде всего самих хайкаванцев. Ну, не только их, конечно. Иначе зачем же нужна столь пышная встреча и блестящая речь? А она была поистине блестящей, ибо Мирзоян каждый раз волновался, когда мысленно произносил ее. Как видите, Мирзоян слов на ветер не бросает. Да, как будто все в порядке. Да, дела. Хоть бы объяснили, почему просят. Может быть, дорогу закрыли или обвал. А может быть, просто просят. Нет, мой юный друг. Прошло то время, когда Мирзоян просто просил. Теперь он избрал новую тактику. Что здесь происходит?
Свадьба, что ли? Наверное. Село Гайкаван приветствует вас, людей голубого огня, Прометеев родного края. Добро пожаловать, дорогие гости. Здравствуйте. 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 Пусть дорогие гости умоются и прошу всех к столу. Это что, мне? Вы что, всех так встречаете? Да. Кто такой Сидрак Мирзоян? Наш председатель. Вот он. Интересно. Минуточку. Извините. Все идет хорошо. Вы Сидрак Мирзоян? Да, в чем дело, сынок? Что все это значит? Что? Вся эта встреча. Да какая встреча? Вы мои руки сядем за стол, сынок. Ради чего мы должны сесть за стол? А раз люди просят вас, Генчан, как-то неудобно отказывать. Вот мудрые слова. Нет. Прямо скажите, что вам нужно от нас? Ничего? Вообще ничего, Сетракджан. Разреши, я скажу этим людям. А это, между прочим, Рубен Степанян, герой гражданской войны. Из нашего села вышло много людей, кем по праву гордится Армения. Милуш! Вот они, сыновья Гайкавана. Генерал армии Антон Макарчан. Детство и юность его прошли здесь, у нас, в Гайкаване. Астроном Исраэлян. Первые звезды он увидел из нашего ущелья, а теперь его знает весь мир. Композитор Георг Арамян. Каждая его симфония – гимн Гайкавану. Летчик Сурен Мартикян. Он повторил подвиг Кастелло. Рузанна Маркарян. Голос ее звучит в лучших концертных залах мира. Вот ее дом, виден отсюда. А это очень крупный ученый, академик. Фамилию его я назвать не могу. Он занят... Понятно. Скажите, а здесь чья фотография была? Этот человек... уже не может себя считать айкованцем. А он что? Нет. Просто не будем говорить об этом. А нападающий из Арарата? Тоже наш. Ага. А сын Хамазаспа, который играет на барабане? Вот чудак! Нашел, кого вспомнить. Да, примечательный у вас его. Только газа нам не хватает. 2 года, как приобрел я газовые плиты, конфорки, котел. Портится все это на складе. Ничего, скоро получите газ. Знаю. Только газ нам нужен сейчас. Сейчас у нас другой объект. Знаю. Мируш! Вы собираетесь проводить линию на турбазу? Да. А по плану вы должны были вначале сюда, верно, к нам? Верно. А если все же сначала нам, как по плану, что будет? Ничего. Ага. Но на это мы не имеем права. Право? Ведь это по плану. Все равно. Нужно разрешение Лалаяна. Эх ты, разрешение. Такой молодой я уже. Я не имею права решать этот вопрос. Поехали. Ничего не поделаешь. Подожди, я не хотел тебя обидеть. Газ нам очень нужен, а Лалаян не прав. Клянусь тебе. Дело не в этом. Поехали. Поехали!
Да. А за стол можно было сесть? Ты о чем-нибудь другом, кроме шашлыка, можешь думать? Могу. Еще как могу. Володь, останови. Остановились, что ли? А что толку? Послушайте, ребята, ведь это село непростое. И оно первым, да, первым стояло в плане. А если так, давайте сначала им проведем газ, а турбазе потом... Правильно, залы. А что? Ставлю на голосование. Кто за? Единогласно. Ребята, у меня есть еще одно предложение. Давайте уж заодно установим им и плиты, конфорки, котел этот. А работать будем в шефском порядке. Правильно, Шаянь. Я за. Вот загнул. Ничего не загнул. Ставлю на голосование. Кто за? Ага. Ну что ты молчишь, Вазген? Скажи что-нибудь. Во-первых, для села нам нужны другие трубы. И менять объект без согласия Лалаяна нельзя. Лалаяну скажем потом, и трубе он даст. А отвечать за все придется мне. Ну, как знаешь, Вазген. Ируш! Эх, была не была. Поворачивай назад. Величественный покой окрестностей Хайкавана нарушил чарующий грохот научно-технического прогресса. Ребята хорошо понимали, что значит газ для Хайкавана, а потому работа спорилась, и если бы луна светила как солнце, они не заметили бы и прихода ночи. Кажется, что газ в первую очередь надо провести в дома уважаемых людей села. Верно? В чем дело? Замучил меня этот зуб. Дай-ка сюда. Думаете, поможет? Как только освобожусь, поеду в город, верну его к чертовой город... матери. Я думаю, в первую очередь газ нужно провести в общественные места. В школу, больницу, столовую. Ты тоже прав. Но это потом. И вообще, простите меня, ребята, за эти столы, шашлык. Да я ничего, ничего. Да. Надоели вы мне. Только что прогнала, они опять тут. Фантомасы проклятые. А ну пошли отсюда. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Что, начальник, заболел? Нет, пока здоров. А кто у вас главный? Доктор Мирзуян. Мирзоян? Опять Мирзоян. Интересно. Пожалуйста, сюда. Рот можешь закрыть. Уйди, можно? Нет, нет. Сейчас продолжим. Мы хотим посмотреть помещение. Вазген Папазян, прораб. Очень приятно. Завен Саакян, бригадир. Она ведь Мирзоян. Вы случайно не родственница Седрака Мирзояна? Она его дочь. Дочь? А почему вы не вылечите своему отцу зуб? Он ведь так мучается.
Давайте осмотрим помещение. Так, здесь установим печь. Хорошо. Ага. Так. Здесь будет отопление. А где ваши больные? Они сейчас все здоровы. Наши люди очень редко болеют. Прямо не знаем, что делать. А разве это плохо? Стой! Анаитон ходит! Стой! Варткес, куда ты? Стой! Стой! Варткес, как тебе не стыдно? Не обижайся, Анаитон! На ферме дел полно! Если очень хочешь, могу жену прислать! С уходом единственного пациента в здравпункте села Хайкаван воцарилась хроническая тишина. Я и не рассчитывала на очереди в приемной. Но они просто не доверяют мне. И все это из-за Мируша. Да-да, из-за Мируша. Он первый прибежал ко мне. А зуб его можно было только удалить. Как увидел он щипцы в моих руках, убежал и распустил по селу страшные слухи. С тех пор меня все и побаиваются. Да, так дело не пойдет. Вам нужна реклама. Это сделаю я. Вы думаете, это поможет? Несомненно. Я верю вам. Мируш! Бегу! Ага. Ага. Ты клала ему хорошо. На вас, Гедян, это тебе на дорогу. Ну зачем, дядь Рубен? Возвращайся с хорошими вестями. Обязательно. Возгендян, выпей молока на дорогу. Корова моя две медали имеет. За такое молоко можно и три медали дать. Спасибо. Счастливо, сынок. Возвращайся с трубами, начальник. Не беспокойся, все будет нормально. А я не беспокоюсь, так, немного волнуюсь. Уморал я. Ну, поехали. До свидания. Подожди меня. Я сейчас. В жизни всегда есть место и время для любви. Так как же ей миновать наш фильм? А если это любовь? Прислушивался к себе Вазген. А если это не любовь? Все же сомневалась Анаит. Но любовь неповторима. И потому никогда не знаешь, она это или не она. Я всю ночь думала о вас. Зуб у меня разболелся. Очень хорошо, что сами пришли. Сейчас пойдем. Сейчас не получится. Я уезжаю. А как только вернусь, обязательно зайду. Thank you.
Мазген. Вазгенджан, покажи пропуск. Пожалуйста. А для чего, дядя Куркин? Ты думаешь, я знаю? Давай. Пропуск, пропуск. Хорошо, что не заставляет пароль спрашивать. Казбек, Казбек, я Волга. Заходи. Садись. Ну, когда ты, наконец, научишься писать деловые письма? Смотри, что написал. Пожалуйста, не откажите в нашей просьбе. Дайте нам 20 кубометров досок, ведь мы как-никак теперь соседи. Сегодня вы нам, а завтра мы вам. Почему не приписал еще «Мы вас любим, целуем, ждем ответа»? Вы что, составили нормальное письмо, и 10 кубометров нам вот так хватит. Действуй. Ну, как дела? Нормально. А как у вас? У меня? Тоже нормально. Зачем приехал? Мне нужны трубы другого диаметра. Для чего? Ашот Багратович, мы проводим линию не к турбазе, а к селу. К какому селу? Айкалан, вот. Не надо. Ашот Багратович, можно? Потом зайдешь. Это Сетрак Мирзаян тебя уломал? Да. Но я сам. И ребята. Говорил он, что газификация Айкавана первейшая задача пятилетки и все такое. Да. Показывал стенд «Гордость Айкавана». Показывал. В правом нижнем углу была фотография. Нет. Ашот Багратович, скорая помощь от тебя, что ли? Видишь, сейчас занят. А когда надо, не разыщешь его. Вот тут, тут. Ну что, и на тебя накричал, да? Да. Он и на меня накричал, а я? А я весел. Кому трубы отгружают? Месрупяну, на участок в Арташе. Ашот Багратович, ведь по плану первым стоял Гайкаван. Нам с тобой больше не о чем говорить. Выполняй приказ. А дверьми хлопай у себя дома. Герой. И буду хлопать. Еще не то сделаю. Держи. Да, бери, Вазгенджан, бери. Спасибо. Держи. Бери. Выручил ты меня. Ну что делать, если у нас такой начальник? Скажи честно. Разве я плохое письмо написал? Плохое? Нормально. А он? Любим, целуем. Был бы он плохим человеком, ни секунды я не сидел бы здесь. На ликерно-водочный меня приглашают. В лабораторию Академии наук зовут. Мне бы сейчас эти трубы. Что? Без них нам никак не обойтись. Без этих? Минуточку. Вара-вара, есвара. Как дела, Шмаун? А тебе? Майна, майна. Направо, направо. Ну? Нужно два. Сделаем. Трудно. Очень. Ерунда. На чужом поле все-таки трудно. Что трудно? Какое поле? Что два? Арарату нужно два очка.
Делом займись. Делом. Тут я тебе ничем. А жаль. Хотя знаешь что? Эти трубы сейчас мистеру Пиану не к спеху. В самом деле? Послушай. Бери эти трубы сам. Ну, прошу без меня. А завтра Лалаян остынет, я выпишу трубы на тебя и пошлю в Варташен мистеру Пиану. Здорово ты придумал. А как же? Видишь, какая у меня голова? Как в кино? Приходится. Без труб Базген решил в Хайкаван не возвращаться. Два мягких места до Вардашена. Стоп, стоп, стоп. Это вам не автобус. А сколько очков у Арарата? Откуда я знаю? Миллион. 34! Правильно. Садись. А ты поезжай автобусом, почитай газеты. А соотношение мячей? Ну-ну, ну кто? 42 на 13. Откуда ты знаешь, дяденька? Правильно. Спроси молодец. Что-нибудь полегче. Садись. Пока болельщики Арарата оценивали шансы будущего чемпиона, Вазген взвешивал свой собственный шанс. Поехали. Вот почему в нашем фильме появилась традиционная погоня. И хотя фильм наш не детективный, но правда для нас дороже чистоты жанра. Стой, стой! Сейчас визгливо заскрипят тормоза. И Вазген осуществит свой дерзкий план. Еле тебя догнал. Твой маршрут поменяли. Нужно ехать в Хайкаван. Как это поменяли? Кто поменял? У меня вот и пассажиры сидят до Вардашена. Если они тебе должны за проезд, я заплачу. Что ты? Я ведь не за деньги вожу людей. Ну и хорошо, что не за деньги, а то разные бывают шофера. Да, это верно. Так что ты говоришь? Выручай. Нужно ехать в Хайкаван. Очень нужно. Очень нужно. Так ты и сказал. Слышали? Ничего не поделаешь. Работа такая. Сегодня на базаре встретила Арусяк из нашего села. Сыр она привезла продавать. Я ее спрашиваю, что ж ты, Арусяк, к нам не зашла? А она говорит... Я уже и забыла, что вы в городе живете. Представляешь? Вот что за люди один к одному? Что-нибудь случилось? А Шуджа, что случилось? Ну? Сетрак снял мою фотографию со стенда. Не может быть. За что? Неужели из-за газа? Попробовал бы за что-нибудь другое. Неужели он не может понять, что...
что у тебя могут быть неприятности. Он ведь свой человек. Он мог бы и подождать. Не то, что этот нарциссия. Ему бы только поскандалить. И ребятам моим головы заморочил. Как будто ты не хочешь, чтобы в село провели бы газ. Ах. И вообще, какой он имел право снять фотографию? Мы передавали видео. Ничего, я пойду к Ситраку и поговорю с ним как следует. Не надо. А сейчас выпуск новостей. А что? Уже три дня. Смотри. В Ливане проходит международный симпозиум по вопросам голографии. Среди его участников известный советский ученый, академик Самбатян. В беседе с нашим корреспондентом ученый сообщил, что по окончании работы симпозиума он собирается посетить города республики и в первую очередь свое родное село Хайкаван. Тепло и сердечно прошли встречи ученых с пионерами лагеря Крунг и рабочими завода СК. Вот кто рассудит нас. Здравствуйте. Я сын кузнеца Баграта. Кузнеца Баграта, помню. Помню. У него был такой маленький мальчик. Этот мальчик вырос и превратился в меня. Сын Баграта, проходи, проходи, дорогой мой. Познакомьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Лалаян. Варфанян. А как поживает Рубен Степанян? Я тебе о нем рассказывал, помнишь? Да, да, помню. Жив-здоров, дядя Рубен, на пасеке работает. Так, так, послушай, а как тебя звать? Ашот. Правильно, Ашот. Садись, Ашот, дорогой, садись. А вот был еще у тебя дружок, шустрый такой парень. Как же его, как же его? Седрак. А, да, да, ну. Он по-прежнему такой же шустрый. Председатель колхоза. Ну, рассказывай, рассказывай. Может быть, кофе? Ты рассказывай, а я тебе налью кофе. Хорошо. Вот с Мирзаяна я и начну. Здрасте. По генеральному проекту между домом... между домом Аристакесяна и Сельмагом будет дворец культуры. Да? А в старом клубе я построю музей хайкаванской славы. Здрасте. 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 Осторожно. Ничего, ничего, не беспокойтесь. А на площади... Да? Перед дворцом культуры я хочу построить, дай руку, три фонтана, как в Ереване. И если удастся, со светомузыкой. Не мешало бы аэродром построить? Я об этом думал, только место неподходящее, все горы, горы. Разве что вертодром. Ну, это потом, потом. А меня зачем сюда привели? Да. Вот здесь покоится прах героя Советского Союза Сурена Мартикяна. Много наших сельчан керайцки пали на полях сражения. Это и им памятник. Что, ограду нужно сделать? От кого отгораживаться? Тут все наши. Газ нужно провести. А газ для чего? Вечный огонь. Сколько лет я об этом думаю. Минуту. Ага. Так. Сюда газ можно провести? Это сделаю я. Один. Да-да, один. Вечный огонь будет, даю вам слово. Спасибо. Хайкаван этого не забудет. Я еще попрошу Шаэна, он сделает красивую горелку для вечного огня. Смотрите. Молодец, Вазген. Пошли. Муж, прикрой эту фотографию на место. Привет. Здравствуй. Пропустите. Здорово. Здравствуй. Пропустите. Здравствуй. Пропустите. О, здравствуй. Здравствуйте. Вазген Джан. Здравствуйте. Здравствуй. Ну как, Вазген Джан? Лалаян изменил свое решение? Нет, не изменил. А трубе дал? Нет, не дал. Мируш?
не клей ту фотографию. И хоть Мирзоян получил эти спасительные трубы, но в этот миг он окончательно потерял веру в одного из лучших, как ему казалось, хайкованцев. А ты сказал, Лалайну, что решение наше было принято на общем собрании бригады? Сказал! Это общее собрание должно было состояться в моем кабинете. Ну какая разница? Почему в кабинете? А если он завтра не передумает, Месропян останется без труб? Я об этом беспокоюсь. Ну? Передумает он. Ребята, я и то все понял. Да. Мозгин прав. У него другого выхода не было. Так что, если надо, я еще трубы принесу. Не надо. Надеюсь, этих хватит. Так, шагомер на нуле. Не понимаю, что здесь смешного? Сын Багратовна. Приветствую. Здравствуйте. Мой мальчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу в машину. Ни в коем случае. Павлы Геворкович дал слово, что пойдет Хайкован пешком. Да-да, только пешком, как в 20-м. Надеюсь, вы проводите меня немного? Да, конечно. Ну, тогда пошли. Вам сюда. Сюда? Отлично. Пожалуйста. Пошли. Пошли. Ничего не поделаешь. Лежай за нами. Анджусе. Это Пенни, это Се. Да, странно, что Лалаян не подает никаких вестей. И послали ли завхоз трубы Месропяну? Плохо, если не послал. Послал он трубы или нет, а выговор строгий тебе обеспечен, поверь мне. Да, это он умеет. А мне? А тебе за что? Ты ведь выполняешь мои указания. Что сделала с человеком должность? Ведь он не был таким. И ты был другим, и он был другим. Нет, я был таким же. Хорошим или плохим, но таким же. Как сейчас помню, каким был Рубен. Ах, прискакали они на лошадях с Паруйром Сумбатяном. Оба молодые, оба красивые. Объявили, что по всей Армении установлена советская власть. Паруйр пошел прибивать к воротам домов красные флаги. А Рубен пошел к моему отцу руки моей просить. Ну, а отец, конечно, отказал ему тогда. А Рубен все же барана зарезал, кеф устроил. Каким был Рубен? Хороший человек был твой отец. Только жаль, что во второй раз не отказал мне. Потому и не отказал, что был хорошим. Ну ладно, садитесь к столу. Сейчас заканчиваем. С удовольствием. Это тебе, Вазгенди. А мне 2 часа есть нельзя. Почему? Она ведь мне вторую пломбу поставила. Надо же, бедный. Почему бедный? Такого врача в городе не часто встретишь. Вам повезло, что она ведь сюда приехала. Таким врачам очередь на целый месяц раньше записывается. Неужели? Большой специалист. Вон, за вену зуб удалила. Он даже не почувствовал. А я, бедная, мучаюсь без зубов. Паруйр Геворкович! Подождите!
Может быть, сядем все же в машину. А вы знаете, сколько шагов мы сделали? Сколько? Ну, всего 30 тысяч. Что? Да-да, всего 30 тысяч. Лалаян геройски продолжал этот нелегкий марафон, проклиная, на чем свет стоит Седрака Мирзояна, и стараясь не очень-то отставать от неутомимого академика. И поэтому Сетрак снял мою фотографию со стенда. А ваша висит. Только вы там совсем маленький, в коротеньких штанишках. Понятно. Придется сфотографироваться по такому случаю. Послушайте, а ведь Сетрак прав. И я бы на его месте снял вашу фотографию со стенда. Ну как же так? Войдите же в мое положение. Нерсисян напишет жалобу. Ага. Ну и пусть пишет, подумаешь. Да, пусть пишет. Паруль Геворкович, Паруль Геворкович, стойте, стойте, посоветуйте, как мне быть? Так вот скажите, кто раньше стоял в плане, село или турбаза? Село. А план же изменили, лично вы? Да, я. Так в чем же дело? Какой прекрасный городок. Вот здесь я и заночую. Эх, была не была. В трест. До встречи в Айкомане. Вот теперь узнаю сына Баграта. А кто дал трубы? Лалаян! Так и должно было быть. Мируш, приклей ту фотографию сейчас же. Лалаян даже не подозревал, как вовремя он послал в Айкован эти спасительные трубы. А уж наши Прометеи, помня, что их ждут на турбазе Лусаван, постараются как можно раньше закончить отвод на село. Молодец, Анаид. Смотри, каким специалистом стал. Да, Нурчан, да. Как будто еще вчера бегала по селу босиком. Не говори. Был звонок? Да. И надпись загорелась? Да. Вот как будет загораться и звонить, можете заходить в кабинет. Больше ничего не могли придумать. А что? А то, что мы для вас не зайчики дрессированные. Да. Не беспокойся. И так все поймем. Сетрак видит, я войду. Я выйду, Шушаник войдет. Конечно. В городе так делают. В городе. Городской. Как Сурен, Ранурчан? Еще два дня, и Сурен будет совсем здоров. Шушаник, как Сурен? Пошли. Здравствуй, Сурен. Как дела, Сурен-джан? Варя, Сурен-дай. А выглядишь ты нормально. Ага. И цвет лица у тебя хороший. Ага. Все сделал, как ты просила. Загорается и звонит. Спасибо. А ты смог бы сделать? Все, что хочешь, Рануш-джан. Могу сделать такую вещь,
что будет под землей ползти и по воздуху летать. Хочешь? Сделай эту вещь, пожалуйста. Это сложно, но ради тебя я сделаю. Чудо! Тетя Нова, заходите. Все точно так было, как ты сказала, Анагиджан. Через 2 часа зуб перестал болеть. Хоть часы по ним проверяй. Недаром тебя так хвалит Вазген. Вот сейчас поставим пломбу, и больше никогда болеть не будет. Вазген тоже хороший специалист. И как человек хороший, и как мужчина симпатичный. Что это вы его расхваливаете, тетя Навард? Я ведь ему просто зубы лечу. Я тоже так просто говорю. Хорошая из вас пара получится. А? Рубен, ты ли это, Рубен Степанян? Да, я Рубен Степанян. Ну и что же? Тьфу. Мек, ярку, ярек, чёрст, тьеска, парем, тасна, чёрст. Паруй! Ара, паруй! Паруй! А вот я тебе сейчас один приемчик. Устрою. Паруйча, как ты поживаешь, дорогой мой, а? Послушай, ты ведь ученый. Да, только не это. У меня земные проблемы. Понятно. А почему ты так одет, как артист, а? В дороге я. В дороге. Давай, как будто мало мы с тобой бывали в дороге, но всегда были одеты прилично. Пошли? Нет, лучше дождемся темноты. А может, переодеться? А брюки у тебя есть? Ну как, за кого ты меня принимаешь? Тогда переоденься быстрее. Не могу я на тебя смотреть на такого. И так портрет твой неудачный на доске почета. Все село гордится Паруйром Сумбатяном. А ты вот приехал и тоже, как на фотографии. Ну, как? Вот теперь можно сказать людям, что приехал Паруйр Сумбатян. Пошли. Сейчас придем домой. Нварт нас хашламой угостит. О, прекрасно. И твое любимое вино у меня есть. Спасибо. А на речку вернемся? Эх, Паруйджан, что ты потерял на этой речке? Время совсем не изменило тебя. Каким был, таким и остался. Осторожно. Я вижу, вижу. Газ сегодня нам дают. Ну, что ты говоришь? Уже? Право! Открытие газопровода! Я хочу предоставить нашему дорогому односельчанину, академику Сумбатяну Паруйру Геворгиевичу. Нет, 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 ни в коем случае. Нет, нет, нет. Дорогие земляки, я не заслужил такого права, честное слово. Пусть это сделает Рубен Степанович. Отрешен я. Не мое это дело. Пусть тетрадь Мирзоян сам откроет. Он заслужил. Нет, ни в коем случае. Вот кто заслужил. Вазгенджан, предоставляю это право тебе. Нет, что вы, ребята. Дальше? Нет. Стесняйся. Давай, пожалуйста.
Ашотча, всем сердцем чувствовал, что ты приедешь. Добро пожаловать, дорогие гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну? Здравствуй, Сатрак. Молодец. Здравствуй, Ашотыч. Здравствуйте, мой мальчик. Здравствуй, здравствуй. Рад вас видеть. Здравствуйте. Пусть Ашот откроет. Ашотчан, возьми и перережь. Не рады, не хотите. В живом случае. Пусть они делают по Они еще долго будут спорить. Айка, ну уж летит тебе, Айк. Эх, была не была. Что он делает? Мируш! Правильно делает! Ура! Долина города, сирень горная, но все, что надо нам, все под рукой. Уже в селе у нас есть телефон, бегов, а телевизор, само собой. Спортсменов план построить свой раздан, а раз задумано, то бы тому. Вы люди сельские, гостеприимные, так приезжайте к нам, на наш ламу. Подходит к концу наш рассказ, и мы покидаем Тайкован. Если вам понравилось это село и люди, которые живут там, приезжайте. Мы надеемся, что вы не пожалеете. А как добраться до Гайкована? Минуточку. Мируш? А? Пора уже. Что? Заняться вертодромом. А. Пора.